Всем привет! Нам принесли на заточку интересный нож. Нож от фирмы Benchmade. Сталь на данном клинке S30 вид, твердостью порядка 60 единиц по Rockville. Длина клинка составляет 10,5 сантиметров. Вес ножа 131 грамм. Ну а толщина по обуху составляет 3,5 миллиметра. Со слов владельца, ему хватило заводской заточки разделать двух лосей, после чего он сел. И сейчас мы будем этот нож точить. Нож будем точить в заводской угол заточки. Для того, чтобы попасть в угол, используя маркер, наносим на подвод ножа. Точить будем эльборами. Взяли камень 100 на 80. Попадаем в угол заточки. Попали в угол, зафиксировали. Для тех, кому интересно, измерим угол. 0. И на держателе абразива у нас угол составляет 18,2 градуса. То есть примерно это где-то 36-37 градусов. Данный нож специально созданный для охотников, для охотничьих работ, для съемки шкур, разделки мяса, так называемый скиннер. Заточили с обоих сторон, переходим на следующий камень. У нас будет 63-60. Постепенно уменьшим риску после каждого камня. Но довольно-таки быстро я проработал камнем 63-60. Прохожусь с обратной стороны. И сейчас буду переходить сразу на 40-й. Сейчас почистим нож от шлама. И приступаем к уменьшению риски. Сейчас установлен эльбор 28-20. И после эльбора 28-20 переходим на 7-5, также протираем от шлама. И после 7-5 уже будем переходить на полировку, алмазная паста плюс дубовый бланк. Сейчас максимально подготавливаю поверхность, чтобы как можно меньше сделать риску на подводе. Закончили с эльборами, сейчас будем переходить на дубовые бланки и алмазную пасту. Для этого сейчас замеряем угол, который у нас установлен. Восемнадцать, сейчас он есть. Устанавливаем дубовый бланк. И добиваемся того же самого угла. Наносим алмазную пасту на дубовый бланк. После чего сразу начинаем полировку на себя. Самый долгий процесс это у нас обдирка и полировка, поэтому сейчас полировать будем, ну, может быть, минут 15-20. По всей рука острый. Сейчас снимаем и проверим его. Продемонстрирую сначала красоту подвода на ноже. 113 грамм. Благодаря полировке нож будет дольше держать свою остроту, потому что микропила меньше, и нож дольше будет оставаться острым.
Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в наш клуб ВКонтакте.